На протяжении многих лет стало доброй традицией отмечать День государственного флага. 22 августа российский триколор прочно стоит в центре внимания. В календаре памятных дат этот праздник появился в 1994 году. Несмотря на то, что этот день не является выходным, работники городского дома культуры подготовили интересную программу. А началась она с рассказа об истории главного символа страны. День государственного флага был учрежден указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1994 году. Каждый цвет флага имеет свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит, что белый означает благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям. Но что бы ни означали цвета, флаг является собой идею нации в уменьшенном масштабе. Он достоин уважения и почитания. Это отметил и глава Лабинского городского поселения Василий Клюев. Мы с вами 12 июня отмечаем День независимости Российской Федерации, становление как государства. А сегодня мы отмечаем День государственного флага России. Кстати, есть еще одна дата. А завтра мы будем отмечать день рождения флага Лабинска. Вот, теперь каждое поселение имеет свой флаг. Вот, это тоже праздник, поэтому мы сегодня их объединим вместе. Прекрасная летняя погода, наш уютный летний парк располагает к тому, чтобы сегодня наши прекрасные артисты наших домов культуры порадовали гостей, жителей нашего города своим искусством. Мы всегда любим, когда они выступают. Поэтому, дорогие друзья, всех с праздником, национальным праздником, мира, счастья, здоровья. Пусть всегда этот флаг развивается над нашей страной, пусть всегда будет голубое небо. В этот вечер звучали песни о России в исполнении творческих коллективов Дома культуры. А в это время жителям и гостям Лабинска активисты Молодой гвардии Единой России раздавали трехцветные ленточки. Процветай, мой город, улыбаемся мы, и сияться все люди. Концерт продолжился конкурсами и викторинами, где участники выигрывали призы с российской символикой. Яркое по форме и значимое по содержанию общегородское мероприятие достигло своей цели. Укрепило чувство патриотизма и уважения к государственной символике у граждан. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – основное направление работы Лабинского музея истории и краеведения. Его сотрудники постоянно находятся в поиске новых форм и методов работы. На этот раз подготовлен цикл мероприятий, посвященных 75-летию образования Краснодарского края. Мы с вами начинаем цикл лекций по природе, истории, культуре родного Краснодарского края. Наша сегодняшняя встреча посвящена такой теме «Кубань-Кубань. Жемчужина России в оправе синих двух морей». Сегодняшняя лекция посвящена географическому и природно-климатическому положению края. А цель ее достичь того, чтобы дети узнали природу родной Кубани, узнали, заинтересовались, полюбили и, может быть, попытались что-то сами найти, в общем-то, зародить в их душах интерес к культуре, истории, географии родной Кубани. Первая встреча прошла с ребятами реабилитационного центра «Радуга». Интересный рассказ Юлии Кисленко сопровождался мультимедийной презентацией. Благодаря старанию научного сотрудника не только юные посетители, но и взрослые узнали много нового о родной земле. Я много узнала из истории и географии тоже Кубани. Поэтому музей – это не только дети наши что-то новое узнают, но и мы, сотрудники, с удовольствием всегда приходим и черпаем информацию. Я узнала, что Кубань богатая землей, с всякими природными запасами, морями. Подобные мероприятия, безусловно, нужны, считают организаторы встречи и ее участники. Ведь они знакомят зрителя с природой Кубани и ее насыщенной историей с древнейших времен до наших дней. Эти мероприятия очень необходимы для подрастающего поколения. Они помогают детям ознакомиться с историей, культурой, географией своего края. Помогают поближе узнать известных людей, их биографию, гордиться ими и расти, как говорится, на их примере. И дают большой импульс детям к саморазвитию, к тому, чтобы вырасти и приносить пользу своему краю. Знать и любить родной край, а через любовь интерес появляется, увлеченность. И это очень важно для формирования гражданина России, гражданина Кубани.
особенно вот такие юбилейные даты, они, в общем-то, нас подталкивают еще больше, с большим интересом постигать историю и культуру родного края. Свои лекции мы соотносим с потребностями школ. То есть они рассчитаны на то, чтобы школы с началом учебного года посетили наш музей. И, ребят, это в помощь учителю, учителю географии, учителю истории, чтобы дети как можно больше узнали что-то интересного о родном крае.